К нам приехала Audi TT, здесь 2.0 турбо. Здесь мы делаем звук, поставим насадки Акрапович, разводку на две стороны. Здесь, кстати, мы уже выпилили вторую часть бампера. Это произошло аккуратно, незаметно, так что даже с близкого расстояния сложно отличить то, что это выпилено руками, то, что это не с завода идет этот бампер. Вот такую работу умельцы из ультравыхлопа делают. Давайте посмотрим все остальное и по традиции в конце звук. Делали сейчас эту Audi TT, спросим первые впечатления у владельца. Как? Впечатления вообще лучшие, в принципе, да не в принципе, а 100% получил то, что хотел, но в дальнейшем будут еще доработки, вы все увидите. Да, потому что мы уже поговорили насчет того, что здесь пойдет downpipe, скорее всего владелец поставит интеркулер другой, прошьет на Stage 2, и она еще краше зазвучит. Сейчас прострелы глухие, но вот с пайпом они просто будут опупительные, будут окна дребезжать. Все будут восторгаться и смотреть на эту красавицу. Спасибо вам, что просмотрели этот ролик. Спасибо, удовольствие от выхлопа. Спасибо вам тоже, спасибо большое. Вообще огонь. Соседи будут жаловаться. Это точно. Не, рычит вообще знатно. Я думаю, что при поставим пайп будет вообще зачетно.